пока он не выходит. Да, бутылку. А еще есть шары вообще или нет? Еще с собой шары есть? Не знаю. А что ты еще упаковку с собой взял? Нет, 43-й мне не надо, да. Пошли, чего? Чужой бабе. А я не турек, а я. Yeah.
откуда стреляют? Это здание, да? Витка, отрись, нахуй, блин. А там они сидят, осторожно. Буратино, а ты где? Это я про свое. Буратино, прием. Да? Надо по форме докладывать, хули ты. Я на втором. Откуда бьет? Они в доме там. Так выйди на улицу. На нас бежит один прямо. Прямо около нас один чувак. У тебя заряжено? Заряжено? Давай вот здесь, прямо напротив нас. Прямо напротив. Да. Прямо напротив, смотри хотя бы. Все, сняли. Отлично. Все красиво, все заебись. Thank you.
книгу и залегли, и лежите. А откуда стрелять? Вая каукады и геатрак мирт. Тел. Я, то песток ты скрен, если я вес 100 шаров тебя влепил уже, ё-моё. Ну тут ты ж притим, если ты притим, ты ж. Ну так, а ты трапи? Здесь ты пилник трапи. Ну я, здесь на логу, ты его скорее турка 20 метров бы. Нам туда. Да. 5 €. Нормально? Я... Не, ну, что-то много не помирает очень. Этот вот здесь сейчас бежал, я в него стрелял. Ну, бля, рожок весь выпустил, нахуй. Прямо ему в торец. Да, про бутерброд и пиццу. Сюда? Не знаю, даже может на автомат поменяться, нахуй. Ай, они там заклепаны. Я побоялся сломать их. Он тяжелый, сука. Стрелять прикольно, да? Такой. Thank you.
otrais karoks? Otrais karoks, tą jėgą į logą lielėje vieną. A, tas. Tas straipas ją var neimt, un viņas var laikyti, bet šito jums. Tas sako, per trilpus, un jeigu šešis atminimus, ja viņas... Šitą vietu lysnę. Vajom, da. Ne, lysnę vietu. На крышу, они лестницу сейчас принесут. Лестницу сейчас принесут. А? Да. А, ставь сюда. Покрышку бы одну еще хотя бы. Ага. Притащи пару покрышек. Поменьше такие. Ну что, есть? А вот, закиньте пару покрышек наверх. Надо их как-то наверх закинуть. А, да, это хуёво. Ну чё там? Это чё, деревяха? Диня, бери деревяху, закинь её наверх. А? Ну, чтобы опора была какая-то. Она тебя пристрелит нахер. Давайте наверх. Тут втроем можно сидеть. Еще может парочку. Покрышек. Да. Ну какая нахуй разница? Перекрыть, чтобы нас, ну, по сторонам. А нам покрышек не принесут больше? Запутевание заебало.
Да, ты не полезешь наверх? Столбик из них можно сделать. Че? Столбик? А как далеко она от ошмаляет? В эту березу попадет. Вот. Он прям на 12. Это, блядь. Зараза, блядь. Народное добро. А справа кто-то есть вообще? Слева. В дом пойдем? А где ты его видишь? В каких окнах они? Блядь, это мешал мне вообще гана, блядь. Жика нет у нас. Слева тоже смотрел Владислав, да? Дальше прямо один раз.
стрельнут разок. Своего легче, но на свой лучше. Короче, мне кажется, они слева будут подбираться. По кустам попал. Че? Тебя стрелял, да? Подожди, это наш, да? Его что, грохнули? Ты это, Денис, за эту хуйню, за трубу спрячься. С левой стороны, я имею в виду. Бля, они подходят. Что там есть что-то? Где? Это в здании? Этого? Ну, в одно здание. Так, блядь, за будку прячься. Перчатки, его видно как этого. Эт. А где наш немец? А чё, мы втроём остались, кстати? Тувен с Павлыкой? Это самое. Иди на ту сторону. Смотри, видишь, там здание, вон маленькое. Там мы одного сейчас пришили. Стой здесь на углу, смотри на эту левую сторону. Да? Угу. Если что, кричи, мы сверху будем. А сколько народу-то осталось? Ну да, да. Все как в жизни. Я не знаю, можешь, конечно, туда на здание подойти, но там кустарник, там обзор херовый. Вот здесь даже лучше, наверное. Те туда вот не надо идти. Один остался, смотри. Че?
нас, ура! Откуда снизу, откуда не ждал, о! Слышишь, если в здании есть окно налево, иди в здание из окна. Только не светись в окошке. Ну чё, мы довольно долго продержались. Ясно. А кого ты снял? Бутылочку. Красавчик. Нет, а? Все твое? Ну. Батя еще. Друзья, ты привод же у них брал, да? А так иди поменяй еще-то. Сорок минут. Да. Ну всего-то. Денис что придумал. Ну. Того Дениса? Того? Я Денису всегда говорил, надо под углом, блядь. Ставил и под углом. 45 градусов. Ну что, пошли, все? Меня не было.
взяться, ё. Да? Всё. Взялся. Один прямо за шифером, второй нас обходит.